всем, что пришли, и спасибо ребятам из группы Omni. Мы с ними играли наш первый концерт питерским составом, это было черти когда, и с того момента они очень выросли. Вот, у нас сегодня небольшой праздник, 3 годика нашему первому альбому. Сейчас, собственно, прозвучит подарочек для всех анимешников. Мы в Питере еще не играли эту вещь никогда.
Что? Я давно не чувствую ни жар, ни холод. Почему же ты молчала? Просто я чувствую что-то другое внутри. Я не знаю, как объяснить. Поэтому я молчала. Хорошая реакция. Да, мы вообще-то играем первый альбом, как бы от трека до трека. Ну, кроме одного. Паша солирует. Thank you.
Все в порядке? Нормально. Че, клюет? Thank you.
Спасибо, товарищи. Там вот немножечко здесь есть наш мерч. Вот буквально недельку назад мы получили посылочку из Мексики, так что у нас теперь есть все три наших альбома на дисках. И совсем немножечко, кажется, по две штуки каждого размера маечек новых, двухсторонних, с артом третьего альбома. По очень демократичным ценам.
от меня совсем ушла ты, и в печали страшный я. Нет? Джоэл? Вы ведь Джоэл? А вдруг лёд треснет? Ну и что? Тебе сейчас не все равно? А? Иди сюда, пожалуйста. Клевая шапка. Следующую вещь мы, кажется, тоже никогда не играли. Вообще нигде. Ну, кроме Луганска. Thank you.
Спасибо, вы еще живые. Отлично. Собственно, вторая часть сета состоит из боевиков, триллеров и фарса. Thank you.
Вот и настал этот ужасный момент. Thank you.
Кто-то есть в зале? Успели скачать Radiohead до того, как его удалили из контакта? А, кстати, мы сейчас будем играть новую вещь, которой нигде не записано, ничего не сказано. Thank you.
Спасибо, люди. Еще живые есть. Я удивляюсь, как вы все не свалили на метро еще. Thank you.
Увидимся весной, и мы пока за лето что-нибудь придумаем.